Здравствуйте, вы смотрите «Крымлиф», программа о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске о таких темах. Подача электроэнергии в Крым возобновлена по одной линии. Парламент Украины предлагают принять закон, в котором, в частности, запретить энергопоставки на полуостров. Вернут ли переселенцам их права? Судьбу законопроекта 2166 обсуждаем с гостем в студии, координатором благотворительного фонда «Восток СОС» Александрой Дворецкой. Новые обыски крымских экс-сотрудников канала АТР. ФСБ пришла в дома к Эльзаре Ислямовой и Роману Спиридонову. Владелец крымских зоопарков требует отставки псевдопрокурора Поклонской. Зубков в знак протеста закрыл свои объекты для посещения. В Киеве к Дню прав человека пикетировали посольство России. Активисты принесли фотографии политузников. На этой неделе были возобновлены поставки электроэнергии в Крым, но только частично по одной из линий – Каховская-Титан. Это результат переговоров с властями страны и представителями международного сообщества. Активисты блокады объясняют, что на этот компромисс нужно было пойти. Восстановление этой линии позволило обеспечить прерванное снабжение некоторых районов Херсонской области. Глава Меджлиса крымских татар не считает это проигрышем. Никогда еще не было такого, чтобы одной битвой можно было выиграть сражение, считает Чубаров. Есть битвы – есть сражение, и все это приведет нас к освобождению Крыма, уверен глава Меджлиса. Заявление Аксенова о том, что Крым не нуждается в украинской электроэнергии, глава Меджлиса назвал не более чем блефом. В оккупированном Крыму восстановлено энергоснабжение. Еще утром в Херсонской области ремонтные бригады подключили к напряжению линии электропередач «Каховская-Титан». В Национальной энергокомпании Украины заявили, что это стало возможным в результате договоренности между украинскими властями и руководством Меджлиса крымско-татарского народа. Согласно договоренностям, на полуостров будет подаваться не более 250 мегаватт электроэнергии, то есть четверть от потребности. О том, что участники гражданской блокады на админгранице с Крымом допустили энергетиков к ремонту поврежденных линий, ранее сообщал народный депутат, один из инициаторов акции Рифат Чубаров. Что будет відбуватиметься в Крыму, если эти 220 мегаватт туда пойдут? Они, благодаря этим мегаваттам и тем, которые выращивают власне в Крыму, або уже начали отримувати из материкової России, они, если захотят, смогут полностью, если захотят, могут полностью обеспечивать потребы граждан и социальной сферы. На жаль, мы думаем, что они этого делать не будут. Они будут значительную часть этой электроэнергии снова спрямовывать на військові частини. В Минэнерго России также сообщают, что крымские потребители электричества по линии Каховка-Титан подключены к электроснабжению в полном объеме. В Крыму же в это верят не все. Местные жители считают эту информацию пропагандой. Мы слышали от соседки, ее невестка сказала, что Украина дала свет. Ну, мы в шоке. Ну, эта девочка смотрит украинское телевидение. Вот там такая идет пропаганда. Так что мы этому не верим. Мы знаем, как действительно пустили кабель, провели, работали ребята. Нас со светом сделали. Да вы что? Вот за это я не слышала, что Украина. А зачем она уже нам надо? У нас уже Россия. Чего нам Украина? Украина теперь нам до лампочки. По данным службы новостей «Волна», жители крымской столицы получили электричество в первую очередь. Оно здесь было возобновлено, начиная с полуночи и пока не прекращалось. Такая же ситуация в Ялте и Алуште. В городах возобновилось движение троллейбусов. В то же время районы пока продолжают жить по графикам. Крымчане, с которыми мы общались, рады, что испытания закончились. А, ну то, что вернули, правильно. Люди такие трудности вообще переносили. Так что нормально. Нужно. Абсолютно нужна. Ну как бы с электроэнергией? Это же как-то неудобно. Ни постирать, ни помыться, ни покупаться, ничего. Реакция оккупационных властей Крыма на возобновление подачи электроэнергии неоднозначна. Еще вчера самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов категорически заявлял, что электроэнергия с украинского материка крымчанам не нужна и принимать ее здесь не будут. Однако позже добавил, что решать этот вопрос будут власти России. А затем и вовсе заявил, что не располагает никакой информации о происходящем. Вместе с тем глава оккупационной администрации Симферополя Геннадий Бахарев предположил, что режим чрезвычайной ситуации, в котором живут крымчане, третью неделю может быть отменен до конца этой недели.
Но чрезвычайная ситуация в Крыму отменена не будет. Отрицать это не может даже тот же Аксенов, громко кричавший о том, что Крыму не нужен свет из Украины. 10 декабря он заявил, не исключает, что режим чрезвычайной ситуации затянется на достаточно длительный период. Месяц-два больше он не знает. Закончить энергомост из России обещали весной или летом, но инфраструктура, две ТЭС и сети завершат не раньше 2018 года. Тем временем в парламент Украины внесен проект, в котором часто в частности, оговаривается и запрет поставок электроэнергии в Крым. В парламенте Украины зарегистрирован проект закона о временно оккупированной территории Украины, который предусматривает запрет на торговлю с оккупированными территориями страны, а также на поставку им воды и электроснабжения. Документ также устанавливает режим государственной и таможенной границы для линии разграничения. Автором законопроекта является вице-спикер парламента Оксана Сыроид и еще десяток народных депутатов, в том числе глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Сыроид отметила, что если документ будет принят, Украина не сможет поставлять электроэнергию в оккупированный Крым. Напомним, во вторник, 8 декабря, поставки электричества по линии Каховка-Титан на полуостров возобновились. До этого, как известно, они две недели блокировались участниками гражданской акции на админ-границе с полуостровом. Если мы не встигнем принять этот закон, а я очень прошу, чтобы комитеты попрацювали, и мы его встигли принять до конца этого месяца, есть другой запобежник. І я хочу про це оголосити. Я думаю, саме цей зал, мої колеги, не дозволять тепер нікому, жодному міністрові, жодному урядові заключати угоду про постачання електроенергії, якщо це і доведеться, поки там не буде написано «Автономна Республіка Крим, Україна». Законопроект Оксаны Сыроид также запрещает ввоз грузов и товаров из оккупированных территорий Донбасса и Крыма за исключением личных вещей граждан. Таким образом, блокируется действие закона о свободной экономической зоне Крым, против которого уже третий месяц протестуют участники гражданской акции на админ-границе с полуостровом. Также документ в случае его принятия делает невозможным закупки правительством Украины угля у так называемых ДНР и ЛНР. И сегодня в студии мы обсуждаем тему законопроекта номер 2166 об обеспечении прав и свобод переселенцев. И гость в студии сегодня – координатор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая. Давайте немного короткой строкой напомним нашим телезрителям о том, в чем, собственно, состоят упрощения этого законопроекта и как они восстанавливают права переселенцев. Я бы начала с того, что законопроект не решает всех проблем внутренне перемещенных лиц. Это свидетельствует из истории, собственно, самого текста. Сначала в ноябре 2014 года был принят первый законопроект, который касается внутренне перемещенных лиц, и уже через месяц его действия, в декабре, мы писали текст 2166, видя первые проблемы, связанные с реализацией этого проекта, и он был зарегистрирован уже в феврале 2015 года. Проблема в том, что он очень долго рассматривается. И, например, этот законопроект не учитывает еще ряда других проблемных моментов, которые возникли позже. Но что он упрощает? Это, во-первых, возможность постановки на учет иностранцев, лиц без гражданства, которые на данный момент лишены этой возможности, даже если они на законных основаниях долгое время проживали в Украине, имели здесь имущество, но потеряли его на оккупированных территориях или на территории Донбасса. Это касается тех детей, которые выехали без родителей. Мы прописываем в законе, что они тоже являются внутренне перемещенными лицами, потому что до этого дети, они, если у них нет опекуна либо родителей, они приехали к тете или дяде, то если эти тети и дяди не являются переселенцами, то они не могли получить такую справку. Главным аспектом изменений таких бюрократических процедур является тем, что справка будет бессрочной. То есть каждые полгода не надо будет ходить переоформлять справку. И вопрос не только в справке, вопрос в том, что сейчас к справке привязаны социальные выплаты. Теоретически, если у вас просрочена справка, то вы должны прийти, у вас приостанавливается выплата пенсии, приостанавливается выплата любых там детских денег и так далее. И поэтому мы говорим о том, что каждые полгода продлевать справку нет потребности, потому что государство само должно понимать, что если оккупация не прекратилась, то все люди, которые имели эту справку, автоматически имеют право на ее продление. Потому что причины, по которым они вынуждены были покинуть эту территорию, не исчезли никуда. Соответственно, мы убираем механизмы проверок миграционной службы на дому, потому что мы вообще считаем, что любая проверка отдельной категории граждан перемещения в рамках территории Украины не является дискриминационной. И, соответственно, убираем штампы проставления миграционной службы, потому что они проставляются
создавая искусственные просто очереди, потому что никакой тоже проверки этих данных нет. Любой человек, который пришел в миграционную службу со справкой, получает такой штамп. То есть, если нет механизмов, по которым им можно отказать, то почему бы, если эти данные нужны миграционной службе, не передавать их прямо из УТЗСН? То есть, такие какие-то простые моменты. Есть еще несколько упрощений более технических, но если говорить об основной такой теме, то это два варианта. Это расширение количества лиц, которые могут получить статус внутренне перемещенных лиц, в том числе и те люди, которые не имели фактически штампа регистрации в паспорте. Например, студенты, которые учились в Киеве из Симферополя. Да, у которых закончилась регистрация, например, в общежитии там каком-то крымском. И второе – это уменьшение бюрократической процедуры, это продление срока справки и забирание оттуда миграционной службы. Какие претензии к законопроекту предъявил президент? Это сложный вопрос изначально, описать, что именно имел против нашего законопроекта президент. А наша организация входит в список соавторов этого законопроекта совместно с народными депутатами. Но главная претензия президента в том, что отсутствует какой-либо определенный орган, который будет осуществлять проверку места проживания внутренне перемещенных лиц, а также механизм этой проверки. Но проблема в претензиях президента в том, что он не предлагает никаких конкретных решений. То есть сам регламент Верховной Рады, он предполагает, что президент должен нести конкретные предложения, за которые Рада должна проголосовать. То есть он должен был сказать, что вот я считаю, что должен быть вот такой вот орган, и вот так проверять. А так он предлагает нам самим придумать и попробовать угадать, что же он именно имел в виду и что он именно хотел сказать такими предложениями. Но общая претензия такая, что ему не нравится, что мы не вносим в закон механизмов проверки внутренне перемещенных лиц. Какие тенденции вообще показывает сейчас парламент? Насколько депутаты готовы к работе дальнейшей над этим проектом? Но, как показала практика, что вопрос стоит не, собственно, не во всем составе парламента, а в отдельной такой верхушке. Потому что была проблема внести проект в сессионный зал. То есть Погоджа Вольнарада во главе с Гройсманом они очень долго противодействовали тому, чтобы этот законопроект попал в зал. Во втором чтении он был проголосован 242 голосами. Мы знаем, что недавно приняли решение о проведении в середине февраля парламентских слушаний по внутренне перемещенным лицам. И за это решение проголосовали 302 депутата. То есть, в принципе, в парламенте есть условно поддержка вопроса внутренне перемещенных лиц на уровне фракций. Потому что законопроект 2166 поддержали представители всех фракций. То есть нет такого, что какая-то фракция там принципиально не идет на поддержку. Вопрос в другом, что на протяжении всей этой работы ни президент, ни Кабмин не пришли в комитет и не сказали. Мы с февраля месяца у них было достаточно времени сказать, что нас не устраивает там отсутствие механизмов проверки или нас не устраивает, что неопределенный орган. Они поступают таким образом, что когда уже был принят закон, когда уже депутаты проработали, приняли, они выдвигают свои требования, которые, мягко сказать, не лежат в сфере полномочий президента. Президент, ну, может оценивать там на Конституции, соответственно, на вопросы национальной безопасности. Но когда президент ветирует закон согласно того, что ему не нравится механизм, который, собственно, должен определять Кабмин, а не парламентская работа, то, наверное, кажется, что нас немного дурят, что просто они считают нужным, что мы не будем. Это очень сложно пытаться ходить что-то согласовывать, у нас есть право ветировать, и мы это сделаем в самый последний момент. И плевать, что 1,5 миллиона людей ждут изменений. Как считаете, может ли быть преодолено это вето и может ли в обозримом будущем, там, 2 недели, 3 недели, месяц произойти голосование? Ну, мы проходили какую-то консультацию с профильным комитетом, комитетом по правам человека, потому что часть соавторов этого законопроекта является членами комитета, и, собственно, там совпадает и мнение комитета, и мнение авторов законопроекта, что стоит попробовать угадать предложение президента, поскольку преодолеть вето мы сейчас не видим возможности в 300 голосах, поскольку есть фракция БПП, она вторая по величине, и не хочется входить
входить в такую конфронтацию, и, в принципе, не хочется входить в бюрократическую переписку с администрацией президента, что вот вы там не указали нам четко, а мы вот это хотим, потому что это просто затягивает. И вчера в сессионном зале он стоял в порядке денному, потому что законопроект рассмотрения предложений президента после вето является приоритетным, однако до него вчера не дошла очередь. И как мы видим, сегодня день вопросов к уряду, к правительству. Сегодня также этот законопроект не был рассмотрен, и поэтому приоритетность откладывается. У нас еще одна сессионная неделя есть до Нового года, с 21 декабря. Скорее всего, на ней будет рассматриваться бюджет, и времени тоже не будет. Поэтому означает, что все вопросы, связанные с внутренне перемещенными лицами, перемещаются как минимум на вторую половину января. Что, конечно, не совсем соответствует невідкладному розгляду, как написано в регламенте. Спасибо большое. Будем тогда ожидать развития событий в парламентском зале. Может быть, все-таки еще будет возможность и между бюджетными рассмотрениями законопроекта рассмотрят, либо уже будем тогда ждать января. Спасибо большое, Александра. Я напомню, в этой студии в гостях была координатор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая. ФСБ продолжает обыски у экс-сотрудников канала АТР в Крыму. Новый обыск прошел у бывшего гендиректора канала Ильзары Ислямовой и экс-редактора Романа Спиридонова. Прокуратура АРК уже начала досудебное расследование факта незаконного обыска в доме Ильзары Ислямовой. Представители оккупационных спецслужб в Крыму продолжают обыски в домах бывших сотрудников крымско-татарского телеканала АТР, а ныне независимой продакшн-студии «Караденис Продакшн». Утром в четверг, 10 декабря, сотрудники крымского главка ФСБ пришли домой к редактору студии, бывшему редактору АТР Роману Спиридонову. Как сообщила коллега Спиридонова Лиля Буджурова, завершив следственные действия у него в доме, представители оккупационных спецслужб также направились в дом к его родителям. Мы изъяли ряд там телефоны, планшеты. Сейчас будет проводиться экспертиза, и уже по результатам экспертизы будет решаться вопрос о возврате этих вещей изъятых. Почему-то следствие посчитало, что у Романа может быть какая-то информация, хранится какие-то документы, которые будут иметь существенное значение для дела. Ну и у следователя есть такое право, он это свое право реализовал. Напомним, что обыск в домах сотрудников «Караденис Продакшн» уже не первый. В среду 9 декабря следственные действия проводились в доме гендиректора продакшн-студии Ильзары Ислямовой. При том, что месяц назад сотрудники ФСБ уже приходили к ней и ее заместителю Лиле Буджуровой. Все обыски проводятся в рамках уголовного дела в отношении владельца телеканала АТР, инициатора гражданской блокады Крыма Линура Ислямова. Вместе с тем прокуратурой Автономной Республики Крым, воссозданной при Генпрокуратуре Украины, открыты по данным фактам уголовные производства. Действия представителей оккупационных спецслужб квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, статье 162 «Нарушение неприкосновенности жилища» и 187 «Разбой». Владелец крымских зоопарков Олег Зубков закрыл свои объекты из-за организованной против него травли, как он полагает. Напомним, еще до суда псевдопрокурор Поклонская заявила о том, что Зубков якобы избил своего сотрудника, ему грозит срок до 3 лет лишения свободы. Она заявила, что он относится к животным лучше, чем к подчиненным. При этом Зубков предъявил общественности видео с камер наблюдения, на котором заметно, что сотрудник, о котором идет речь, выходил из его кабинета без каких-либо травм. Зубков требует отставки Поклонской, а псевдопрокурор посоветовала ему садиться в клетку. Крымский предприниматель Олег Зубков, который является владельцем ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган», закрыл свои объекты для посещений в знак протеста против давления со стороны оккупационных властей Крыма и местной псевдопрокуратуры. Это произошло в четверг в полдень по московскому времени, сообщил крымским СМИ сам Зубков. Как известно, в последние несколько месяцев Зубков неоднократно заявлял, что оккупационные власти создают многочисленные проблемы его зоопарком, отбирая землю и создавая другие препятствия для их работы. К сожалению, у меня не получается спокойно работать в своих зоопарках. Мне постоянно приходится защищать их, и последнее время что-то уж слишком активно. Не только зоопарки, но и себя. В последние дни власть Крыма и прежде всего прокуратура Крыма пытаются сделать из меня наемника ИГИЛ, который избивает охранников, который наносит увечья детям, который травит своих
животных. На прошлой неделе, когда полуостров был отключен от украинской электроэнергии, у сафари-парка «Тайган» изъяли дизельный генератор, который ранее был передан ему Министерством чрезвычайных ситуаций России. Кроме того, в отношении Зубкова псевдопрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту якобы избиения одного из своих сотрудников. 11 декабря Белогорский районный суд вынес приговор Олегу Зубкову. Он признан виновным в избиении своего подчиненного и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Видеозапись камер наблюдения не была принята во внимание. Формальная причина – монтаж видео с нескольких камер. Сегодняшние предъявленные обвинения – это не что иное, как сведение личных счетов, удовлетворение личных амбиций прокурора и ее друзей. Такого цинизма, с которым сейчас это делает власть, не было никогда. Предприниматель опубликовал ряд обращений российскому президенту Владимиру Путину, генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой взять под защиту его бизнес в Крыму, спасти его объекты от произвола крымских чиновников. Открыть свои парки он согласен только после отставки псевдопрокурора Крыма Натальи Поклонской. В Международный день прав человека переселенцы из Крыма и Донбасса провели в Киеве акцию под посольством Российской Федерации. Своим пикетом они еще раз подчеркнули: Россия – страна, которая игнорирует нормы прав человека и международное право. Активисты хотят привлечь внимание к той угрозе, которую Россия несет всему миру. Русский мир – мир бесправия. Акцию с таким названием провели под посольством России в Киеве в Международный день прав человека. Ее организаторы – активисты Меджлиса крымских татар, общественники и переселенцы из Крыма и Донбасса. Участники акции принесли карту, на которой обозначили точки, где политика российских властей приводит к кровопролитию, нестабильности и масштабным нарушениям прав человека. Сегодня идеология русского мира, которую несет кремлевская власть, она несет угрозу, она имеет нацистский акцент. И она принесла угрозу Грузии, принесла угрозу Армении, Азербайджану, Молдове. Сегодня существует проблема в Сирии и в Украине. Кто будет следующий? Я хочу, чтобы русский мир был частью мировой культуры, а не нацистской идеологии, которая приносит опасность, угрозу всему человечеству. Участники акции напомнили об очередной волне обысков в Крыму и судах над крымско-татарскими активистами. Они принесли портреты украинских политузников, которые незаконно удерживаются в России и на полуострове. Все эти политические вязни, которых вы видите сейчас на фотографиях, они в Крыму сидят именно за то, чтобы мои співвітчизники, крымские татары, чтобы все эти граждане Украины, патриоты Украины, користувались такими самыми правами, как и я тут, с вами разом. Свобода – це найвища цінність людей. І я знаю, що їх треба виборювати. Переселенцы из регионов Донбасса прикрепили к забору российского посольства портреты убитых боевиками украинских патриотов, журналистов, которых удерживали и пытали в застенках террористы, финансируемые Россией. Мы в Донецке сдерживали российскую агрессию несколько месяцев. Мы выходили на такие же акции. Но уже как 2 года это невозможно. Поэтому переселенцы, патриоты Украины, крымские татары и все те, кто, никому не безразлична судьба Украины, все те, кто сопротивляется российской агрессии, они выходят сегодня здесь. Они выходят по всей Украине. И они делают все возможное для того, чтобы привлечь внимание мира, привлечь внимание нашего политикума. Потому что украинское общество сдаваться не собирается. Украинцы будут бороться, украинцы выстоят и украинцы победят. Слава Украине! На забор российского посольства активисты повязали ленты, переданные жителями уже освобожденных украинских территорий, с надеждами и пожеланиями. Активисты призвали международное сообщество не оставаться равнодушными к нарушению прав человека на оккупированных территориях и не допустить расширения границ так называемого «русского мира». В своей резолюции участники акции потребовали от украинских властей использовать статус непостоянного члена Совета безопасности ООН, чтобы настойчиво напоминать мировому сообществу о том, что ни одно государство не будет чувствовать себя защищенным, пока такие страны, как Россия, продолжают откровенно пренебрегать правами человека, финансировать и экспортировать экстремизм и терроризм. У меня на сегодня все. Больше информации на нашем сайте Black City TV. А я с вами прощаюсь до следующей недели.